Нелегальная миграция – проблема, распространенная во всем мире. На территории республики с 1 февраля началась оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант» для выявления иностранных граждан, пребывающих без регистрации и прописки. Таких в Хасавюрте очень много. Они работают на рынках, на стройках. Место жительства у иностранцев непостоянное, так как есть риск быть пойманными и выдворенными обратно на родину. 10 числа нами совместно с приданными силами были проведены мероприятия на территории города Хасавюрт, где были охвачены рынки, такие как Дагестан, Империя, Зеленый рынок, рынки, расположенные по улице Набережная, Центральный рынок, Дагпотребсоюз, где с территории которых были доставлены иностранные лица, все иностранные лица выявлены в отдел МВД России по городу Хасавюрт для дальнейшего разбирательства. В отношении лиц, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, нами будут собраны административные материалы, которые будут представлены в суд для дальнейшего выдворения их за пределы Российской Федерации. Мигрантов проверяли на наличие документов, разрешения на трудовую деятельность, медицинское свидетельствование. Далеко не все иностранцы готовы тратить время и деньги на получение всего вышеперечисленного. Им гораздо удобнее пойти на риск и остаться в тени, но ненадолго. Порядка 150 мигрантов были доставлены в отдел полиции, 10 из которых находились на территории России нелегально и будут выдворены на родину. И 9 иностранцев работали без разрешения. Гости страны, которые имели необходимые документы, после проверки были отпущены. Чтобы иностранцу легально находиться в Российской Федерации, необходимо по прибытию встать на миграционный учет. А для работы необходимо иметь при себе патент на трудоустройство. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».